В вагонах слышен кашель узников концлагерей и мяуканье ленинградских кошек-крысоловов. В Омск приехал передвижной музей «Поезд Победы». Эшелон стоит на первом пути вокзала. Каждый из вагонов посвящен разным этапам Великой Отечественной войны. Первым дням обороны Брестской крепости, узникам концлагерей, санитарному блоку, реальным боям и, конечно же, Дню Победы. Помимо фигур, атмосферу создают видеопроекторы и специальное звуковое оборудование. Например, в вагоне концлагеря воспроизводят кашель узников. Впрочем, порой встречаются и неожиданные звуки. К примеру, мяуканье котов. Они слышны в вагоне, посвященном блокадному Ленинграду. Это те самые дымчатые кошки-крысоловы, которых как стратегический груз собирали по всей Сибири и везли в северную столицу, которая после прорыва блокады оказалась оккупирована крысами. За 192 дня своего путешествия «Поезд Победы» посетили более 169 тысяч человек из 60 городов России и Республики Беларусь. Передвижной музей преодолел уже более 35 тысяч километров. В Омске поезд стоит три дня – 9, 10 и 11 августа. На выставку пускают по предварительной регистрации, которая на данный момент закрыта. Однако, по словам администраторов, билеты могут вернуться на сайт в случае отказа кого-то из зарегистрировавшихся. Поэтому увидеть экспозицию своими глазами у омичей еще есть шанс.